это был час колдовства. Когда появляется он, и начинают исчезать люди. Девочки говорят, ведьмин час приходит в полночь. А я думаю, в три ночи, когда все вокруг давно спят. А я не сплю. Вот как сейчас. Нельзя вставать с постели. Нельзя подходить к окну. Нельзя заглядывать за шторы. Начинается наша история.